у нас народ же ушлый, подешев получить, потом в аренду встать и получать зарплату. Нет. Что надо? Все дали. Один я. Вам некого, как сегодня президент, несколько выбирать. Только я вот. Поэтому держите за меня. Следующий хуже будет еще. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Чего вам еще надо, скажи? Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе. Касым-Жомарт Кемелұлы Токаевқа дауыс беруге шақырамын. Не человек для государства, а государство для человека.